Второй Крымск. Так уже успели назвать местные жители Нижнюю Туру и Лесной. В населенных пунктах в результате сброса воды с плотины произошел настоящий потоп. Буйство стихии на камеры мобильных засняли наши телезрители. У нас два дня проливные дожди были. После двух дней проливных дождей ее открыли просто на полную. И, соответственно, там внизу, что все прибрежные затопило. Вот. И там, ну, у людей прям огороды все в воде были, там дворы, там дома даже. Окрестности городов, а также ближайшие сады залило водой. Реки в буквальном смысле вышли из берегов. Вода льется поверх мостов. Проехать через водную преграду могут разве что грузовики. Что, к слову, они и делают. Людей, оставшихся в садах с ночевкой, эвакуировали на пожарных машинах. Подробности ЧП в следующих выпусках событий.